Наконец-таки я пишу заявку в «Дорога Дрифт» третьей этапы. И теперь я готов участвовать в ваших соревнованиях. Многие знают, что я отправлял заявку в проект «Дорога Дрифт 3». И по итогу моя заявка была одобрена. И скажу сразу же, что для меня это уже небольшая победа, потому что всего заявилось в районе 200 человек. И одним из победителей оказался я. И все-таки правильно было наше решение, чтобы вас на своих машинах приглашать. Вот техпарк. На самом деле достаточно народу. Как это было устроено? Первый этап, так скажем, соревнований, который проходил сейчас, заключался в том, что мы приезжаем, один день тренируемся, а второй день проходим квалификацию топ-32, топ-16, а те, кто прошли, проходят в сентябрьскую битву. Но об этом чуть позже. Как происходило все у меня? Все кайф, все едется, редукция идеальная. Но в конце меня чуть-чуть стал подводить ГУР, но не принципиально, под газом ГУР работает. А уже второй день. Сегодня нас ждет полноценная квалификация. Выглядит она следующим образом. Мы находимся в очереди перед квалификационными заездами. Я уже готов, надеюсь, проскочить до дождя, поэтому в самое начало залетел. И теперь задача просто красиво проехать. Я похер, я решил на все бабки, несмотря на то, что я выехал за трассу вообще. Накосячил люто, потому что я не мог, с рулем боролся. Ну, в общем, я думаю, вы уже все поняли. Я сижу на газончике, со стороны смотрю. У меня по итогу вырубился ГУР, прям на постановке, и все. И каждый раз я боролся просто с ГУРом. Но я думаю, вы на видео все видели. Поэтому что смогли, 50 баллов получил. Господа, я вас поздравляю с завершением квалификации. Третье место, тот, кто не прошел квалификацию у нас. Это 46-67. Я прошел по 32. Это, если что, машина, которую вы больше всех боялись. Как ехать без ГУРа? Результаты квалификации тех, кто у нас прошел квалификацию. Потише, пожалуйста. И у нас есть правила. 32 место, 50 баллов, Трипалин Максим. Мне просто не сходит улыбка с лица, потому что как попасть в максимальную жопу, да вот сделать как я, без ГУРа, против топовейшего пилота на сегодняшний день в квалификации. Сколько сил? 400. 400? Короче... Подходит, говорят, что, блядь, едет как больше, чем 500. Короче, вот такой вот у меня соперник. Получается, первая пара, две красных BMW разных поколений. Интересно. Интересно. И мы еще едем первыми. А я еду вторым в первом заезде. Короче, ор, это охеренно. Ситуация следующая. Это некий импровизированный парад участников. Фотка всех участников дороги в дрифт. И мы стоим здесь. Но эмоции у меня просто космос, честно. Это похеру. Похеру, что все так происходит, но то, что я это запомню, это однозначно. Могли заметить, на этом шоу я ничего не делал. Не то, что бернаут не делал, я в принципе руль не крутил, потому что понимал, что каждый оборот может стать последним, и ГУР мой в принципе откажет. По итогу я просто постоял, выкатываюсь к старту, потому что наш заезд первым, и ГУР у меня в принципе не работает вообще. Но буквально за минуту до старта я просекаю, что в предельном положении руля, то есть в максимальном вывороте, ГУР у меня все-таки врубается, и получается, что моя задача ехать только в максимальном угле.
И меня это немного обнадеживает, потому что главную задачу, которую я себе поставил, это не проехать заезд на ноль, то есть не уехать мимо траектории, то есть не распрямиться. И вторая задача была не уехать в стену или же не побить тупо машину соперника и свою. Поэтому я собираюсь с духом и еду долбить в максимальном угле, несмотря ни на что. Короче, кайф, желаю всем испытывать такие эмоции. До встречи на разгоне.